Привет, друзья! Миран на связи. Не прошло и года. Да, сейчас уже апрель, но в рамках нашей регулярности это вполне себе нормальное время, чтобы поговорить о новых релизах 2020. Что-то уже вышло относительно давно, кто-то из вас успел какие-то тайтлы из выпуска заценить, уже, наверное, забыть про них. Но я здесь говорю про альбомы, про которые просто не могу не рассказать, а сроки и прочее, ну, в МММ это не так важно. Но прежде чем мы приступим к форматному контенту, позвольте немного утолить свою жажду музыкальной справедливости. Часто я встречаю такие группы, музыка которых настолько сильно во мне отзывается, что я не понимаю, почему про них до сих пор все вокруг не говорят. Обычно в таких случаях я приношу группы в наши выпуски, но бывает, что это сделать сложно, потому как у нас, ну, какой-никакой формат, там, Metal, Music Madness. Но сейчас я скажу пару слов не про металл. Про группу, участником которой является один из членов нашего комьюнити, и это исключительно факты, благодаря которым я узнал про них. Их появление здесь — это не реклама, а сугубо мое желание поделиться чем-то бесконечно теплым и душевным. Итак, коллектив «Достоевский FM». Два голоса, гитара, скрипка, перкуссия — очень трогательные и приятные песни. Недавно у них вышел альбом «Больше света», и я очень часто его слушаю. Но я в целом люблю такую музыку, но может, и я надеюсь, и вам она зайдет, по крайней мере для того, чтобы разбавить всякое метальное валилово. Я даже не смог просто их принести автопом в паблик, потому как ребята из Украины, авторов и их альбома еще нет в ВК, но пока группа настолько много делает для меня своей музыкой, я сделаю все возможное, чтобы хоть как-то им отплатить. Поэтому сейчас немного превью, после выпуска ищите Достоевских на всяких Google Play, Spotify, а после превью... Ну, как обычно. Мои карты становятся белее-белее. Города стираются, становимся злее. Бежать нам так важен процесс, а не финиша линия. На всех возможных переговоров со сворой незнакомого города, ни замкнутого круга, ни законного повода, ни перебора, ни ритма, ни соло, ни хрипа голосового. У меня осталось только слово. Песни — это пережитая боль. Мысли — это когда не находишь нужных дверей. Письма — это самый честный разговор. Честно — это когда стал... Ну все, теперь мы навалим радикально другого музла и начнем со скоростнейшего дэткорного крошева. Такими жирнющими брейкдаунами, такими, что булькают. Да, и еще с приставкой симфа. Американцы Lorna Shore, альбом Immortal. Эти ребята и раньше неплохо делали, но когда YouTube мне в саджесты подкинул их клип на одноименный трек, то я прям целенаправленно начал ждать альбом. Хотя обычно дэткор слушаю так, по остаточному принципу. А тут трек прям очень мощный, но за счет симфа составляющей и, видимо, отведенного под нее места в миксе, не только мощный, ну и мягкий, что ли. Не устаешь от этих гитарных чак-чак призвуков. Но такое фирмовое звучание в жанре, хоть и круто, но все же не может остаться единственным, что меня захватило. Поэтому встречайте. Барабанщик Остин Арчи насыпает там за всю хурму и очень уместно. Меня часто в дэткоре, ну, если можно так сказать, отталкивают именно барабанщики, ну, которым лишь бы побольше покрошить по разным точкам, но это вот совсем без дисреспекта, ну, просто вкусовщина. Я предпочитаю, ну, более лаконичные партии, если такое вообще можно сказать про дэткор. Ну, а тут прям что не удар, то самое сердечко. Ну и не могу не сказать, что мне очень зашел вокал. CJ McCreery. Чувак на стиле, с забивкой под шею сделал все очень хорошо на этом альбоме. Возможно, такой характеристики нельзя дать некоторым другим его действиям, из-за которых он больше не является участником Lorna Shore. Ну, во-первых, я не очень хочу во всем этом копаться, хотя абьюз, ложь, всякие злонамеренные действия — это не круто. Но, во-вторых, остальные музыканты не должны страдать от такого пагубного инфополя вокруг них. Поэтому я в любом случае констатирую, что альбом Immortal — это пушка.
Покупайте его, слушайте во всяких стриминговых сервисах, приобретайте мерч. Будьте хорошими ребятами и не обижайте никого. Сдается мне, вы тут без МММ как-то мало авангардного металла слушали. Ну, все. Теперь в ваши уши будет поступать достаточное количество поехавшего музла. Но чтобы плавно въехать в тему после долгого перерыва, послушаем что-то из известных нам исполнителей. Тамаш Катай, наш любимый венгерский учитель литературы и светило современного авангарда, в начале 2020 года выпустил новый альбом «Наив». Что тут есть? Очень своеобразный теглайн. Не то блэк, не то пост-рок или джаз. Что-то очень странное, но выдержанное в авторском стиле. Тамашевский почерк очень силен. Спутать его работы с чем-то еще невозможно. Что еще? Венгерский язык. Обожаю. Русский язык. Ну, это уже не ново для его альбомов, но я не перестаю удивляться этим внезапным вбросом знакомой речи посреди максимально непонятных венгерских слов. В общем, что бы ни скрывалось под обложкой «Наив», это потрясающе красиво. Тамаш за многие годы музыкальной карьеры обзавелся уникальным инструментарием для самовыражения и в совершенстве им овладел. Он уже не просто там записывает что-то, он рисует картины звуками. И это не метафора ради метафоры, мне вот действительно так ощущается. И вот еще интересное наблюдение. В целом, мне этот альбом очень понравился. Но бывали разы, когда я его включал, и это вдруг становилось вообще лучшим, что я слышал. Видимо, существуют какие-то особые комбинации такой музыки и настроения. Так что я вам, конечно, сейчас поставлю пару превьюшек, но вы же понимаете, что такой альбом надо слушать целиком. Но, принимая во внимание вышеуказанное, будет здорово, если вы попробуете послушать его еще и в разных расположениях духа, ну, для полноты экспириенса. Я тут подумал, Thai Catafalk были в МММ, следующая группа была, и в конце еще будут ребята, аффилированные со старым контентом. Так что у нас тут такой филиал второго пришествия получается, old school во все поля. Итак, Ниайра. Мы говорили про их предыдущий релиз в 2013 году, боже. Если вы новые зрители, сейчас подумали, о, у этого видеоблога за 7 лет, наверное, много контента вышло. Да, и меня вообще пугают эти случаи, когда я вижу такие даты выхода альбомов, которые уже у нас были, как новинки. Ну так после того полновеса, Out in the Storm, группа объявила о распаде. И вот 2020-й, для меня абсолютно внезапно выходит их новый одноименный альбом. И выбор названия тут, думаю, обусловлен желанием музыкантов заново знакомить слушателей с собой. Ведь после перерыва они собрали все самое лучшее, что умеют, вложились там силами или еще чем-то в продакшн и выкатили монументальный в их рамках альбом. Квинтэссенция кача, злости и красоты, которая только может быть свойственна металкору.
альбом настолько хорош, что даже если бы группа не объявляла о распаде, а типа все 7 лет готовила пластинку, я бы сказал, окей, срок сопоставим с крутостью. Но справедливо будет заметить, что все награды для Ниайра я выписываю с учетом того, что их музыка весьма прямолинейна и сдержана в средствах выражения. И именно этим она мне нравится, музыка лаконична. Трудно объяснить, но если провести аналогию с речью, то Ниайра — это «я иду убивать». Подлежащее, сказуемое, ну, может, дополнение какое-то, минимальный набор для передачи смысла. А, скажем, их коллеги Heaven Shall Burn — это «я иду убивать тебя, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно». Что тоже неплохо, просто когда-то мы отдаем предпочтение сдержанности, когда-то обилию обвесов. Хотя, безусловно, новый альбом Heaven Shall Burn очень хорош. Трек Expatriate там, наверное, один из лучших для меня в этом году so far, но кажется, они сильно чаще мелькают в сети, а мне хочется помочь чуть менее популярным, но не менее крутым ребятам. Of Truth and Sacrifice я тоже залью в паблик, послушаем потом, но пока не Ниайра. Если вы периодически забегаете в наш паблик ВКонтакте за музлом, ну или если пользуетесь нашим ботом для Telegram, то, наверное, могли заметить, что я в последнее время после Косокты как-то углубился в знакомство со швейцарскими коллективами, уж больно много там годноты. Следующий релиз оттуда, и он прекрасен, как любое фото, которое выдает Google по запросу Switzerland. Post-Human Big Bang альбом Jungle Eyes. PHBB — это не только звучит как название зубной пасты, это еще и потрясный микс из постметала, прогрессива, атмосферный ambient world music. Одним словом, экспериментальная банда, такая в духе Таусенда. И как и в случае с последним, тут написанием музыки заведует всего один человек. Рима Хаберли. Деталь для любителей 25-го заблокированного выпуска MMM, тут также играет его брат Патрик. Вместе они 10 лет назад собрали эту группу, скооперировавшись с другими музыкантами, написали и в 2011-м издали весьма неплохой одноименный полновес. И вот спустя 9 лет вернулись, чтобы представить материал, над которым Рима уже практически полностью работал в соло. Как ему удалось написать такой альбом? Ну, может, помог опыт работы с разными коллективами. Так-то Рема довольно известный локальный саунд-продюсер. Может, сказалось время работы над альбомом, там активная фаза длилась 3 года. Но у него получилась многогранная работа, которая выбрала в себя совершенно разные настроения, которые, тем не менее, формируют одну единую такую аудиальную идею. То есть это не те эксперименты, где там тут мужик орет, тут гармошка, тут петушок на пианино играет. Тут все как-то более выдержано, но, тем не менее, перепады очень внезапные и способны по-хорошему так встряхнуть, ну или, наоборот, умиротворить. Да и набор этих настроений тут не очень привычный для прогрессив метал релиза. Есть этнические вставки, наоборот, футуристичные синты, очень много рифинга в духе олдскульного альтернативного металла. Но мое любимое, то, что каждый раз на предпоследнем треке заставляет воспрять это... Мелодия, чуть-чуть напоминающая шедевр Анджело Бадаламенти из сериала Twin Peaks. Ну а творчество Линча, как вы понимаете, во всех смыслах оставило на мне след.
Ну и вот последний метальный вброс на сегодня, отсылающий к одному из прошлых выпусков. I wrestled a bear once. Помните? Двое из них уже семейная пара. Кортни Лапланта и Майкл Стрингер в 2017 году основали группу Spirit Box. Выпустили Миньон и с тех пор довольно регулярно выпускают синглы и клипы. Очень крутые клипы. И очень крутые синглы. Вообще я с ними, конечно, немного считырил, ведь они еще не выпустили альбом в этом году. Но может и вообще не выпустят, ну максимум Миньон какой-то. Возможно. Они придерживаются этой новой для метал-сцены стратегии выпускать музыку в принципе только синглами. Это довольно распространенная практика для поп-музыки, ну и на тяжелую сцену она постепенно проникает. Некоторые группы уже полностью перешли на такой формат, например, Fallen in Reverse, ссылка на барабанный кавер в описании, ну и Spirit Box One тоже в эту сторону двигаются. А тема-то интересная. Вот, было у музыканта настроение и вдохновение. В его максимальной точке он записал трек и тут же выпустил, пока идея еще в самом разгаре. Не нужно ждать, пока там наберется куча материала, подходящего под альбом, а в этом процессе все в группе переругаются, потеряют связь с идеей, которую они закладывали в трек. В общем, мне кажется, новый формат подачи довольно-таки живой. Ну а что касается непосредственно музыки, тут уже самый современный прогрессив метал в духе нашего времени. С качем, грувом и очень крутым вокалом Кортни Лапланта, который в Spirit Box, как мне кажется, раскрывается прямо на все 100. Если Айва во сне я слушал, ну такой, ну да, то тут прям, о, да. Конечно, не всем тут зайдет, ведь это не металл, какой-то джент, какие-то нули везде, где Slayer, ну вот, вы знаете, да. Однако на примере Spirit Box хочу обратить ваше внимание на такой момент, о котором я сам раньше не очень задумывался, но только последние пару лет начал вникать. Это лайв-видео. У Сабжа это 16-минутное Zemara Effect. И лайв-видео не в смысле концертное, а то, где группа на студии играет свой материал и снимает это дело. И во многих случаях это реально показатель скиллов музыкантов. Да, некоторые группы не записывают подобные штуки просто из-за фокуса, другие вещи. Но некоторые просто не могут это выгрести. К чему это я? А Spirit Box-то выгребают. Да, у них в этом году вышел только один сингл, Blessed Be. Но их материал настолько хорош, и они настолько уверенно доказывают свое право быть услышанными, что я просто не смог больше ждать. That's all, folks. Надеюсь, что-то новое вы тут для себя узнали, а мне удалось пробудить в вас желание бежать на всякие бэндкэмпы и поддерживать артистов покупкой музыки или мерча. Ссылки на группы из выпуска будут в описании, а прочие крутые альбомы, которые по каким-то причинам сюда не попали, мы опубликуем или уже опубликовали в нашем паблике ВКонтакте. Ну, хорошо, что в этот раз получилось сделать перерыв не таким долгим. Когда-нибудь еще обязательно увидимся. С вами был Миран. До связи. Сильно чаще мелькают в сети, а мне хочется помочь чуть менее... Да, не буду. Да.